Доброе утро. Доброе утро. Он. Нет, не угадал. Переиграем, переиграем. Чего не переиграем? Хватит спать. Какой сегодня день? Я запутался. Пятница, пятница, опять тяжелый день. Да. Тяжелый день. Рыбами будем воды заселять. А из чего их делать, рыб-то? Как из чего? Из консервов. Ну, скажи. Все знаю. Вот, пожалуйста. Приступим. Давай. Силька пойдет? Балтийская пойдет. Вон туда, вон. Сельдь. Атлантическая. Это вон туда, вон. Атлантический. Сельдь тихоокеанская. Это в Великой или в Тихой? Лучше в Тихой. Опять сельдь. В горчичном соусе. Испортили селёдку. Роль мопс. О, это что, собаки, что ли? Какие собаки? Ну как же мопс? Роль мопс. Селёдка кусочками. Читать не умеете. Ой, икра. Вот хорошо. Для размножения. Для размножения. Кабачковая. Брось её. Иди сюда. На сушу. Там подберут. Севрюга. Севрюга. Вот хорошо. Бычки. Бычки, хорошо. Сазан. Сазан, хорошо. Райки. Это что за рыба такая? Министерство рыбной промышленности. В собственном соку. А здесь что написано? Крабы. Хватит читать, кидайте все, что у вас осталось. Все кидайте. Сети будут. Ну вот, с рыбами покончено, а сейчас будем птиц создавать. А из чего их создавать? А из ваших перышек. Ну-ка. Ой. Будет тебе новый отрастут. Да будет птица пернатая над землей и над водами. Да произведет она подобных себе породу ея. Ну вот, и с птицами поко... Ну ладно. Сейчас ночь, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. День шестой. Самый ответственный. Надо засучить рукава. Будем создавать зверей и скотов. Кого? Кого? Скотов и зверей. Чтобы плодились, размножались, заселяли бы собой всю землю, понятно? Нет, непонятно. Травоядные, млекопитающие, парнокопытные, слон и моська, лисицы и бобер, волки и овцы. Таланты и поклонники. Ну, будем создавать зверей. А из чего их создавать? Из детского мира, с доставкой на дом. Вот, пожалуйста. Ну-ка. Что нам доставили? Коробочку. Так. Игрушка водоплавающая. Второй сорт. Первые не могли прислать. Ну-ка. Только не рвите. Веревочка пригодится. Вот. Что это?
Какие-то тряпки резиновые. Как же они могут плодиться и размножаться-то? Это надувательство. Да. Ну, правильно, правильно. Путем надувательства. Путем надувательства. Вот пусть каждый из вас возьмет и выдует что-нибудь в своем роде. Понятно? Понятно. Куда дуть, знаете? Найдем. Дуйте. Длинноухой. Ой. А это какой страшный. Полосатый. Ах, какой у тебя дух неверный. А у вас свинья. Ну, правильно, свинья. Без свиньи нельзя. Щетина, мясо, сало. План. Давайте их сюда. Будем транспортировать на землю. О, видите, веревочка-то и пригодилась. Да. Ну, завязывайте. Завязали? Да. Майна, помалу. Пусть они теперь там плодятся и размножаются. Итак, жизнь на земле началась. А сейчас нам самим туда отправляться надо. А нам-то зачем? Человека создавать будем. Кого-кого? Человека. Полетим на землю. Первый раз. Приготовьтесь. Ну ничего, давайте руки. Внимание, внимание. Впервые на землю совершили посадку Господь Бог и сопутствующие ему архангелы. Слава Богу!